уровней угрозы. Бич корпоративной безопасности. Только за последние месяцы от инцидентов, спровоцированных инсайдерами, пострадали десятки российских компаний и сотни тысяч клиентов. В изменившемся мире действуют новые правила. Программные продукты и оборудование, годами служившие опорой информационных технологий страны, теряют актуальность. Промышленный шпионаж и подкуп сотрудников становятся повседневным риском. Импортозамещение – уже не общий вектор, а руководство к действию. Это значит, что измениться должны и средства борьбы с внутренними угрозами, и сами специалисты, отвечающие за корпоративную безопасность. Своим видением и опытом сегодня поделятся настоящие эксперты. Представители банков, промышленности, ведущих компаний рынка информационных технологий и информационной безопасности, государственных регуляторов. В программе форума DLP+ вы узнаете о технологиях и эффективных методах противодействия внутренним угрозам, реальные кейсы применения DLP, о месте DLP в системе безопасности, об аутсорсинге и экспертизе для защиты от внутренних угроз, о практике импортозамещения, юридические аспекты применения DLP. Слушайте внимательно, чтобы эффективно действовать в новой реальности. Желаем вам плодотворной работы на форуме DLP+.